Всем добрый день! Сегодня приготовим оладьи на молоке с бананами. Нам понадобится 0,5 литра теплого молока, 2 банана, 2 столовые ложки сахара, 1 столовую ложку растительного масла, 10 граммов разрыхлителя или можно 1 чайную ложку соды, гашеную либо уксусом, либо лимонным соком. Триста грамм муки, Оладьи жарим на растительном масле. Ну вот и все. Получаются очень вкусные, нежные оладьи. Подойдут как для детей, так и для взрослых. Приятного всем аппетита! Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч!